Всем привет, с вами Хрюша Дэй Гейм. Воу, всем привет, Аринка, о чем мы сегодня играем? Twilight Day Car. Roblox. Итак, справа у меня ролик, кем я буду сегодня играть. Так, медработник, менеджер. Малыш, все, не вопрос, я малыш, Хью, видите? Малышок такой обычный, а что тут? Смотрите, здесь можно за звездочки что-то купить, а звездочек у нас еще нет. Арин, нет звездочек, да? Малыш спортсмен. Все, четко. А, зарабаксики. Ладно, подтверждаем. Ты где, крош? Привет! Я тебя не вижу. Так, а что? А, это наряд. Все, зарабаксики. Все, как всегда, бабулес, выкладывай свой. Или родителей кошелек опустошай. Я просто уже в садике. Я тебя уже катаю на спине. Я вижу. У тебя на голове книжка. Ты забыла ее положить на полку. Короче, я в садике сейчас, да? Ты меня сейчас улаживаешь, тут нянчишь. Так, короче, как в садике, обычное дело, да? Да. Ну и что там мне интересненького здесь? У тебя есть хотелки, но ты пока ничего не хочешь. Как это ничего не хочу? Так, ну как играть в эту игру? Давай рассказывай ребятам уже. Тут надо ухаживать и зарабатывать звездочки. Ну вот хорошо, как ухаживать? Вот ухаживай, покажи, где тут баллы добавляются, крош. Ты должен сейчас что-то захотеть. Аж как я могу что-то захотеть? Он сам по себе захочет или мне надо самому что-то принудительно? Он сам по себе. Пап, ты можешь что немножко постоять? Я тебе возьму на всякий случай молочком. А я сейчас пока похлопаю в ладоши. Видите? Смотрите, а вот помашу. Могу лайк поставить. Да, кстати, ставьте лайки. Да, Грош, говори. Так. Хочу фотки. Так. Сейчас я куплю... у меня много денег, так что я куплю шоколад. Ой, смотрите, я спать хочу. Так, пап, поиграй, если что, можно нажимать на игрушки. Спасибо. Так, нажимаю. А я тебе... О, смотри, пап, и с тобой я могу играться, смотри. О, попит. Ух ты, спиннер какой, вау, прям как нунчаки. Ой, извини, я случайно. Смотрите, подползаем, играем. В общем, я ребенок, а ты мой родитель, ты моя мама, да? Смотри, пап. Мам, я хочу кушать и в туалет. Отведи меня. Подожди. Если хотите почувствовать себя малышом, пожалуйста, играйте в эту игру. Здесь все ярко, красочно. И ощущение, как будто бы вы реально в садике. Пап, мне показывается, поиграй, потому что там мне показывается, что ты ничего не хочешь. Да? Ты можешь... Папа, у тебя там снизу, наверное, слева и справа есть смайлики такие. Какие у тебя там смайлики? Так, да, везде хорошие. Значит, мне ничего не надо, да? Да, тебе ничего не надо, ты можешь веселиться, тебе сейчас я на лошадку пойду посажу. Ага, так, ладно. Сосочку надо. Так, ладно, не хочу я на этой лошадке, пойду-ка я, мне тут надо включить телек. А есть, кстати, Xbox или там Sony PlayStation? Ладно, посмотрю уже телегу эту. Так. Телек. Смотри. Да. Сейчас. На мое лицо смотри. Так. Крош. Ничего не замечаешь? Я тут... В смысле? Решил... Пойти в туалет сходи, давай неси меня в туалет, сейчас навалю в памперс. Папа, ты ничего не хочешь. Да, а я принудительно, вот горшок. Ладно. Так, магазин. Сейчас я тебе покажу рум-тур, смотри. Если не открывается, ты можешь делать свои дела вот тут.
хорошо, это пока не нужно. Ну, а ты, что тебе нужно? Пап, что тебе нужно? Я не знаю, мне бы перекусить и в туалетик бы сходить. Да, так, ладно, что это тут? Давай в тачку, я хочу на эту тачку, розовую тачку. Можешь посадить меня на тот джип? Пожалуйста, вот бы джип, бронированный, папа, полированный. Иди поиграй, да, да, без проблем. Без проблем, я никуда не уйду. Пи-пи. Мама, ты не даешь мне поиграться вообще ни в чё, и ни на тачке не даешь поездить. Все, мне не хочется быть ребенком, вообще скучно, ничего нельзя сделать. Ты меня несешь в ту комнату, где двумя кубиками поиграться можно. Мне это не интересно. А, доченька. Ой, боже мой. Воу, смотрите. У-ху-ху, тут можно на батуте прыгать. Смотри, идем, вот, смотри. Ага, вау, это ж как флайпарк, короче. Развлекательный. Ой, что-то я вообще не могу поднять, слишком маленький. А ты в курсе? Кроша, ты сюда же ж нельзя. Ма, сегодня сюда ж нельзя залазить. Маленьким деткам. Здесь же ограничения по возрасту есть. Папа, это наша игра. Мы на гибке, нам никто ничего не прикажет. Вот правильно, и потому в этой игре можно абсолютно все, что нельзя в реальной жизни. Вот почему в нее надо поиграть. Ну и, конечно, безупречное качество графики. С тобой все нормально, ма? Давай выйдем с этой комнаты, что-то другое. Новенькое посмотрим. Крош, давай что-то новое, а то мне уже скучно становится. Я такой, чтобы что-то... Я не знаю, что-то вот, смотрите, вот список, что у нас тут есть. Так, 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 самолет. А, давай самолетик. Так, надеть. Все, так, а можешь отпустить меня, ма? О. Так, ладно. Смотрим. Так, карусели. Давайте самолетик выберем. Вот. И я полетел. Смотрите. Так. Полетели. Вот, я пока не смотрю. Угу. О, у меня есть печенька. Смотрите, sorry, you can open that. А что это, не, типа, как переводится sorry? Ну, извините, вам нельзя открыть, да, типа? Папа, что ты пытаешься сделать? А открыть дверь и уйти отсюда. Мне здесь скучно. Я уже чувствуется, что я уже папа, повзрослел. Да, Крош. Короче, тут нельзя ребенку выйти. Я так и знал. Я так и знал. Пап, подожди. Да. Ты серьезно? Побег из садика? Да. Это круто. Ты знаешь, что мне надо даже, кажется, надо поменять цвет кожи. Вот, чтоб меня не заметили ночью. Так, ну давай. Где ты? Крош, я за тобой. Покажи, как сбежать отсюда. Мне не нравится эта одиночка. Да. Пап, смотри. Да, Крош? Лезь туда. Смотрите, тайный ход для собак, кошек и для малят, для таких детей, да, смотрите. Bumper's Cars. Вау! Папа, идет. Смотрите, мы сбежали с садика! Ха-ха! С вами был... Крэш Бэйгэн, ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока-пока и не пропускайте наши новые видео! По этой игрушке мы еще снимем не один ролик. Смотрите продолжение. Папа, нажми, пожалуйста, наиграть и синий, пожалуйста. Окей. Вау, смотрите, сколько всего нового, интересного и красочного.